В общем, отправляюсь я в церковь Святого Иосифа. Крест, забор, мистика или нет? Я сразу подумал, что это человек. Я чуть штаны не наложил. Вот о чем я и говорил. В принципе, такой вариант возможен. Ты уже давным-давно заброшен. Работает, все снимает. Такое чувство, что за мной кто-то наблюдает. Эй, кто здесь? Камера, это прям вообще не круто. Оттуда. Звук оттуда, оттуда, где-то в той стороне. Но все равно как-то не по себе. Шумит здесь посреди ночи. Ясно. Ладно, короче, точно не люди. Устроили это все. Ну что ж, посмотрим, что здесь еще. Камеру я поставлю сюда. Все, запись пошла. Да, погодите, друзья. Смотреть под ноги — это не про меня. Стекла побиты, надгробные плиты. Их стоит убрать, дабы был прямой проход. Вооружились и вперед. Крест, забор, мистика или нет? Я сразу подумал, что это человек. Я чуть штаны не наложил. Вот о чем я и говорил. В принципе, такой вариант возможен. Ты уже давным-давно заброшен. Работает, все снимает. Такое чувство, что за мной кто-то наблюдает. Крест, забор, мистика или нет? Я сразу подумал, что это человек. Я чуть штаны не наложил. Вот о чем я и говорил.